Здравствуйте. Давно не было на нашем канале салатов. Давайте быстренько сварганим салатик. Такой простой, но заправочку сделаем очень вкусную, интересную, классную. Давайте начнем с заправки. Значит, для салата, то есть у нас там не очень много будет подготовительных процессов, поэтому я и начинаю с заправки. Заправка у нас будет на основе базилика. Это, конечно, будет не песто, но зато, видите, базилик стал немножко вялым, и я всегда говорю, если травка у вас уже не выглядит настолько хорошо, как она была в первый день покупки, то пора ее отправлять на соус, иначе она вообще пропадет. Нельзя давать пропадать этому всему. Значит, что делаем дальше? Горчичка и небольшое количество горчички на кончике чайной ложки для вкуса, для эмульсии и всего прочего. Убираем. Мед. Медок из рук моего друга Макса. А ему привез его другой друг. Не знаю кто. Не помню, вернее. Классный вкусный мед. Так, меда где-то столовую ложку. Смотрите, белый мед, ну светлый мед, я его называю так. Он всегда имеет мягкую ароматику и не имеет никаких ярких таких всплесков, как гречишный или каштановый. Гречишный, каштановый, они такие помощнее. Их такого рода заправку лучше как бы не использовать. Ну, знаете так. При всем этом, значит, сюда мне понадобится оливковое масло. Причем оливковое масло не экстра virgin, а такое для жарки. Совсем мало сделать заправки не получится, поэтому все равно здесь какой-то объем у меня будет. Лимон. Обязательно. Делаем основу как медово-горчичную заправку. Только помимо, значит, меда, горчицы и лимонного сока и масла, мы сюда добавляем еще базилик и небольшое количество майонеза для эмульгации. Смотрите, где-то столовую ложку майонеза для того, чтобы соус наш превратился в единую эмульсию. Несмотря на то, что я майонез использую редко, в этом соусе его надобно. Его надобно, значит, использовать. Если его не использовать, тогда и базилик не имеет смысла использовать. И тогда просто сделайте медово-горчичную заправочку, ну и все, и как бы... Но так как у нас здесь овощи, медово-горчичная заправка хороша к рыбным салатам. Ну, неправильно выразился. К салатам с семгой. Листья, семга там копченая или просто соленая. И медово-горчичная заправочка. Все, больше ничего не надо. Кунжутиком посыпали. И все. И жизнь удалась. Салатные заправки не должны быть густые. То есть... Майонез, конечно, это тоже салатная заправка. Ну, например, к шубе или к оливье. Но там другого характера салаты. Здесь салат легенький такой, овощной. Я, конечно, его все равно пытаюсь утяжелить и усовершенствовать. Но все, заправка готова. Получилась вот такая вот зеленая, зеленая жижа. Смотрите, она довольно жидкая, однородная. Все вкусная заправочка такая, дрессинг. Почему называют дрессинг? Слово dress — легкое платье. Поэтому у салата должно быть легкое платье. В меру сладенькое, там солененького мы можем добавить. Значит, с огурцами все очень просто. Берем, режем потоньше. В муку опускать не надо, это он самостоятельно выразил свое желание туда запрыгнуть. Значит, для этого у меня лежит пакетик. Огурчики сюда все отправляем. Быстро, чтобы... ускорить, так сказать, процессы. Этот огурец застаем. Под краном муку смыли. Все сюда отправили. К огурцам добавляем аджику. Ничего страшного, что здесь у меня горчица прилипла. Пол чайной ложечки аджики. Больше не надо. Будет очень остро. Томаты желтые пополам режем. Это какие-то магазинные обычные томаты появились у нас. Я всегда говорю, если есть вариант получить томаты разноцветные, пользуйтесь этим вариантом. У вас будет салат ярче. Попки не обрезаю специально, чтобы вкус. У помидоров нет вкуса. Хотя бы вот эту попку, вот вы когда жуете, у вас хотя бы там что-то взрывается. Более-менее помидором пахнет, потому что все остальное. И все, как малосольные огурчики, делаем то же самое, только с аджикой и томатами. Томаты сейчас от соли и острого перца и чеснока дадут сок. Все это начнет в томатном соке мариноваться. Главное, не переставайте мешать пару минут. О, видите, аджика быстренько распространяется по всем уголочкам пакета. Где-то больше прилипнет, где-то меньше, ничего страшного. Главное, что половина салата мы в пакете уже сделали. Все, заматываем пока что. И оставляем вот здесь.
Пусть пропитываются всеми соками. Рыбу я нарезал какими-то порционными кусочками. Здесь, в принципе, не важно, знаете. Ну, вот как вам заблагорассудится. Масло, остатки масла в сковородку. Сковородку поджигаем. Ну, все. Кончилось масло. Шлите посылки с маслом. Ну, вот, чтобы было тут, значит, сковородочки на чем жарить, ни много, ни мало. Так, теперь, пока нагревается, быстренько перемешиваем помидорчики с огурчиками. Быстрой засолки, причем в аджике. Русское кимчи такое. Теперь панируем. Для панировочки смесь черного и белого кунжута. Рыбку сюда всю закидываем. Всю ее в муке обваливаем, чтобы не было ни единого живого там, ни одной живой части. Солим яйца, если не успели посолить рыбу. Не все потеряно. Обтряхнули, обваляли, обваляли снова, отправили жариться. То же самое делаем с остальными. Жирненько кунжутиком его раз. Аккуратно переворачиваем. Сильно долго не жарьте. Во-первых, кунжут может сгореть. А во-вторых, рыба не предназначена к тому, чтобы ее очень долго жарить. Если из вас кто-то не в курсе, то чаще всего кунжут можно найти в тех местах, где продают специи. У этих людей продавцы специй, наверное, так. У них всегда есть кунжут. Всегда. Потому что, например, узбеки, когда речь идет о лепешках, да, они же всегда кунжутом посыпают. Поэтому ищите узбеков, спрашивайте, где кунжут, берите его. Ну, я надеюсь, что это будет небольшой проблемой для вас. Не самой большой проблемой. Аджику он сложнее достать. Значит, про аджику я вам расскажу такую историю. Все, перевернул, выключаю, она там сейчас сама догреется. Значит, когда-то мы сняли рецепт, который называли аджикой. Это томатный соус с луком, там со всеми разными пирогами, с чесноком. Ну, не на томатной основе. И тогда я получил массу негативных комментов, мол, типа, чувак, какая же это аджика? Я начал изучать вопрос, думаю, может, я что-то ошибся, может, что-то в голове моей не так. Почему люди это так пишут? Вы почему мне такое пишете? Значит, выяснилось, что все-таки все понимают, что такое аджика. Это некая вот субстанция, да, чили перец, чеснок, грузинская тема. Летом, когда я был в Красноярске, проводил мастер-класс по индейке там у меня, что ли. У меня была индейка, маринованная в аджике. Куском целый. Ну, типа буженина, только на манер бастурмы. Бастурма сушеная, маринованная в аджике, да, а буженина это печеная. Ну, вот я хотел запечь кусок для того, чтобы сделать из него там салат. В итоге получилось что? Я Ромке, шефу красноярскому, другу своему, известный человек, все знает, все умеет. Самое главное, что он шеф. Самое главное, что он повар, и он понимает, что я от него хочу. А я ему говорю: Рома, я тут как бы в легком напряге, ты сгоняй, пожалуйста, купи аджики мне. Настоящие грузинские аджики, сухой, вот как вот грузины делают, правильно? А то, говорю, блин, вы видишь, как бы оказалось, что настоящая аджика, это вот все-таки вот это. А не ту ерунду, как вы сказали, которую ты на томатной там основе готовишь. Какая-то аджика, что, с ума сошел, что? В итоге его не было, наверное, полтора часа. Представляете, Красноярск, больше миллиона город. Он полтора часа ездил, искал то, что я хотел, потому что во всех супермаркетах, во всех маленьких магазинчиках, везде, по левому берегу, ну, понятно, что он там не весь его от края до края, просто полтора часа колесил по центру Красноярска. Он говорит: братан, вся аджика, берешь на этикетке и написано: томатная паста, соль, сахар, уксус, лук, чеснок. И только потом хмели сунели в самом конце. То есть, и у меня был такой коллапс, прям, я так думаю, что народ-то на меня наезжает, когда вообще везде это, вот эта штука томатная называется аджика. Сколько было хейта. Я человека прошу, говорю: слушай, грузинское нормально сделай мне. Он такой говорит: братан, я шеф, я понимаю, что это такое. Нету, все на томате. Вот, понимаете? А я обижаюсь потом зря на вас. Думаю, что ж за люди-то у меня хейтеры одни собрались. А оказывается, вы тоже не всегда правы бываете. Что у нас в России аджикой называется какой-то соус на основе томатной пасты. Поэтому везде своя аджика, короче. Я вот к чему. Так, теперь все это начинаем складывать. Да, кстати, микс зелени. Микс зелени, руккола, шпинат и, ну, типа, наверное,
написано «Мангольд красный», свекла листовая, да, вот на этой упаковочке. Но вообще, конечно, вариантов «Мангольда» масса. И свекла листовая тут вот у иностранцев, откуда к нам эта вся вот эта вот шняга приходит, да, это же не мы там придумали, что вот рукола типа суперроссийская трава. Нет такого, не было такого. Вот это вот на свекольный лист похоже. А вот этот листок во многих справочниках называется bull's blood, кровь быка. Ничего общего в названиях в латинских вот эти две штуки не имеют. А в составе написано «Мангольд красный, свекла листовая» и «Мангольд зеленый, свекла листовая». То есть получается, что это как бы одно и то же. А это совсем не одно и то же. Ничего страшного. Это все съедобно, это все вкусно, полезно, классно. Так, вот это старый листочек с элементами, которые нам не нужны. Значит, далее. Часто мы что делаем? Накладываем подушку салата и на нее вот эту жижу. И у нас салат через 5 минут уже такой под тяжестью жизни, под тяжестью томатов и огурцов превращается во что? Непонятно во что. Предлагаю вам до времени поедания сервировать таким образом. Салат раскидываем вот сюда, по краям. Огурцы недостаточно соленые, от ложки, от жики просолить все невозможно. Но вы знаете, я вам хочу сказать, что, наверное, этого достаточно будет. Во всяком случае, я больше не хочу, чтобы это было, ну, сильно соленое. Да, салат не должен быть сильно соленый. Потом себя может досолить. Все-таки это ботва, как говорят некоторые мужчины. Я что, тебе корова, что ли, меня ботвой кормить? Мужчины, поверьте мне, что и вам, кроме мяса, иногда и нужно же какое-то разнообразие. Не ругайтесь на женщин, на своих любимых. И нам, мужчинам, иногда нужны витаминки. Короче, выкладываем вот эту всю жижу томатно-огуречную в серединку. Для того, чтобы не отягощать салат. Дальше, значит, у меня есть эксклюзивная штука. У вас такой нет, поэтому вы не кладите, кладу только я. Это вяленые томаты. У меня есть подписчик Дмитрий, который в Питере, с которым мы не встретились. Потом в Москве не встретились. И потом он передал через свою подругу баночку вяленых томатов на пробу. Вот, поэтому я, соответственно, весь обляпался. Это нормально, значит, все правильно. Томаты вкусные, с чесночком, с травками. О, чесночок какой в томатах. В общем, я добавляю в этот салат перышко из жопы совы, вы нет. Вы оставляете как есть. Значит, теперь вытаскиваем отсюда ногу от блендера. В это прекрасное зелье добавляем пол столовой ложки зернистой горчицы. Для чего? Для текстуры. Перемешиваем тщательно, чтобы у нас зерна горчицы в ложке. Видите, зерна горчицы попадаются. Поэтому они будут попадаться там немножко по всему салату, будут создавать хруст, дополнительные вкусовые ощущения. Ну и, соответственно, как бы вот этой прекрасной заправкой. Так, все ингредиенты у меня? Нет, конечно, рыба. Огненный салат получается. Огненный. Заправочку раз. Вот так вот. Оп, сюда немножко. Ух ты, не ожидал, что соли не хватит. Я думал, что достаточно будет всего. Сольки немножко вмешиваем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. По вкусу огонь. Все, поливаем овощи. Только овощи. Салат не поливаем. Поливайте, заправка вся стечет вниз. И ничего страшного, потому что когда вы будете все это перемешивать при гостях, у гостей слюни будут течь. Во-первых, все листья останутся не вот такими вялыми, такими от масла и соли, такими пожухлыми. Они, во-первых, у вас будут долго стоять еще свежачком. А дальше каждый можно вообще не мешать. Берете с овощами кусок рыбы и салата, на тарелочку кладете, снизу заправочки раз, каплю, все. Этого достаточно будет. Да и когда у нас в салате много овощей, таких вот, как огурец, помидор, тем более мы их обдали солью, и они пустили сок, этот салат будет сочный. Его не надо заливать, вот превращать в суп. Во рту у вас все будет сочное. Так, салат готов, я уже пора пробовать. Вот так сделаем.
На рыбку немножко лимона. Хочется. Огонь, господа. Мне сказать нечего, сорян. Рот занят. Поэтому я с вами прощаюсь. Некогда мне. Спасибо за просмотр. До свидания.